И встречайте на сцене Брайан Хортон из Crystal Dynamics. Всем привет! Да круто, что мы на Gamescom привезли эксклюзивный новый геймплей с Xbox One. Лара Крофт в гонке, чтобы раскрыть секрет бессмертия. Да, Лара должна отточить свои навыки, чтобы выжить в этом путешествии. И опять... В этой игре будет гигантский открытый мир, в 10 раз больше, чем был в предыдущей части. Более огромные пещеры, более сложные пазлы. И как и в предыдущей части, в этой игре вам нужно будет крафтить, создавать амуницию и разблокировать новые ваши способности. Вы можете кастомизировать Лару Крофт на основе того, как вы хотите, чтобы она выглядела. А, нет, на основе окружения вы должны точно угадывать то, что подойдет в данной иной ситуации. То есть внешний вид будет определять стиль игры. Ну и впервые, если считать убийство. Первую часть, теперь можно и под водой плавать. А раньше нельзя было? Раньше она просто плавала, но под воду не могла погружаться. Ну, прикольно, научилась, видать. Не, ну огонь крутой. Паркур какой-то странненький довольно. Так, метательные ножи. А, нет, не метательные. Ну, да, по сравнению с первой частью она остервенела. Так она и в первой части это была терминатором просто, а тут-то прям... Ну и, конечно же, кустики, и никто не видит ее. Ну, уж лучше так, чем как было в Снайпер Хост Варио. Ну, видно то, что тут можно несколькими способами проходить игру, собственно, как и раньше. Стелсом и всех убивая. Вот она подняла бутылку, но она, по-моему, не исчезла со земли. Да, вон она все еще стоит, смотри. Можно отвлекать. Только зачем, я не понял, она могла и так его убить. Даже стрел не подбирает. Зачем чувакам с автоматами колчан и стрел повсюду? Черт его знает. Охотится. Да, наемники тут все зачистят, нам надо возвращаться на базу. Вот этот вертолет по-любому боссом будет где-нибудь в игре. Которого можно будет убить с одной стрелы. Ну, анимация все так же, так себе. Причем она не попала бы, вроде в голову, но она там в написано... горло ему попал. Да, а там хедшот было написано. А как у чуваков бронированных, интересно, она будет убивать? Ух ты, и помечать можно? И как в Splinter Cell можно будет совершить сразу... Одновременно двойное убийство. Ну это уж совсем бейсбол какой-то с луком-то. Не, ну есть так техники, что можно две стрелы выпустить. Ну вряд ли там понятно. Три можно будет пометить. Хотя это будет уже беспредел. Я просто подозреваю, что эта штука будет работать, и когда персонажи двигаются. То есть вот чувак идет, она хоп, сразу двоих выбила. Да. Странно, но это игра. Да, посмотрим, то есть мы пока еще это... толком ничего не понять. Так вот ее спалили. А нет, пока все нормально, пока по стелсу идем. Бутылкой можно разбивать головы тоже.
Ну и, конечно, красные взрывоопасные бочки. Ну, я так подозреваю, с лука они не взорвутся. Я надеюсь, во всяком случае. О, можно менять тип стрел. Ядовитый, я так понимаю, сейчас она включила. Ух ты, ух ты. Assassin's Creed 3. И появляется, по сути, паркур, который, типа, как в Assassin's Creed 3, можно по деревьям лазить. Ну и, наконец-то, начался акшн. Фига у него дробовик-то, наверное, с нее ростом. А станет так, как будто сейчас ее, ну, ту и это. Смотри, бочка прямиком из Last of Us. В смысле, это бомбочка. Сравни, куда направлен автомат и куда она стреляет. При этом можно подобрать алкоголь, поставить туда тряпочку и сделать коктейль Молотова. Сразу прям вот, не переключаясь в режим крафтинга. О, конечно же, огнеметчик. Все. Ну это все еще более дешевая версия Uncharted. А, и нам сейчас он говорит то, что в Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, каждый будет испытывать игру по-своему. И играть, и стиль игры будет отличаться у каждого. Ну и перед тем, как уйти, я хочу вам еще показать небольшой трейлер того, какие у нас будут гробницы. Да, собственно, и почему игра называется Tomb Raider? Gamescom. Я уже думал, их всего 9 будет, а нет, там еще появились. Ну да, там просто не вместилось. Ну, и мы видим то, что помимо вот этого заснеженного мира, также будет и пустынный. Ну, там она и в джунглях только что ходила. И джунгли. Ну и куда без... Ух! Куда без пещер? Это сиськи-то какие шикарные. Ты видел вот этого скорпиона? В голову, это, да, в рот, который залез. Разработчики говорят то, что... Именно загадки, ну, то есть в пещерах, будут многоуровневые, то есть где-то вы в определенной части карты что-то сделали, при этом это повлияло там на основную загадку. Раскройте легенду изнутри. 13 ноября этого года.